Намерение становится реальностью. Тульскую офтальмологию будут поднимать на новый уровень. Соглашение о сотрудничестве подписывает генеральный директор ведущего российского центра микрохирургии глаза имени академика Федорова с правительством региона. Передовые методики лечения заболеваний глаза этого центра далеко известны за пределами страны, куда за медицинской помощью ежегодно обращаются в том числе тысячи иностранных пациентов. Едут из-за рубежа в центр и перенимать опыт. Теперь самым ценным знаниями офтальмологи МНТК микрохирургии глаза будут делиться и с тульскими коллегами. Поможет и телемедицинский комплекс, который позволяет в онлайн-режиме проводить операции разного уровня сложности с подробными комментариями происходящего. Сегодня офтальмологи работают на тех показателях, которые даже в школе не говорят. Это фемтосекунды, это нанометры, это гейчи. То есть послушаешь их, вроде бы как и не врачи. Для этого надо обучать, для этого надо оборудование. За годы существования МНТК мы подготовили 100 тысяч офтальмологов. И когда посмотрели, что большинство из них – это иностранцы, и решили переломить ситуацию и открыть двери, чтобы наши врачи могли приехать. Получат пациенты региона и непосредственную помощь специалистов МНТК микрохирургии глаза. В августе офтальмологи центра уже провели ряд выездных осмотров. Побывали в Алексине, Суворове, Туле. Тогда бесплатные консультации врачей получили 215 человек, из них десятая часть – это дети. 65 пациентов с тяжелыми случаями были направлены в клиники центра на дальнейшее обследование. Подобная практика будет продолжена и дальше. Медицина становится более доступной с выездами ваших бригад. И для области очень важно это сотрудничество продолжать, чтобы, значит, та программа, которую вы ведете, она была для нашей области системной. Высокотехнологичная медицинская помощь, в том числе в офтальмологии, должна стать доступной всем жителям области. Это главная цель сотрудничества правительства региона с МНТК микрохирургии глаза. А значит, сотни человек смогут не только сохранить зрение, но и взглянуть на мир по-новому. Надежда Милехина, Вадим Рыженков, Первый Тульский.